Добрый день, дорогие друзья! С вами Некрос, и добро пожаловать в Mortal Kombat 11. Сегодня мы сыграем за Коталь Кана с очень имбовой вариацией. В этой вариации есть захват особый, тотем для урона и апперкот Кана. И этот... Эта вариация, она отличается просто невероятным уроном. Потому что доминирующий захват увеличивает урон. И тотем урона тоже, как бы логично это не звучало. Ой. Тихо. А мы вот так. Тихо. Спокойно. Вот он так прям любит прыгать. Это прям очень бесит. Его приходится как-то, ну, перебивать в воздухе. Это прям неприятно. Ой. Уже постоянно. Ага. Так. Слушайте, он слишком агрессивно играет. Он слишком часто жмет кнопки. При этом забавно то, что я за всю игру не сделал ни одного захвата. Ни одного. Так, реванш. Да, играем мы боевую лигу, рейтинговые матчи. О! Ха. Вот любит он вот это вот, прыжки вот эти свои. Я понял, он внестроечку делает и все. В смысле, почему я не могу наказать? О, пошел захват. О-о-о. Хорошо, что я перекат-то сделал. Ой, я нет хотел. А мы вот так. Ага. Да, вот это вот он внестри любит, конечно. Ой-ой-ой. Да ну. Ой, все. Или нет?
Опасно. Очень опасно. Но он слишком часто воздушными атаками бьет, и это читаемо. Итак, следующий противник. На картинке нарисован ночной волк. Это говорит, наверное, о том, что будет именно этот персонаж. Но не обязательно. Не обязательно. Абсолютно. Но в итоге все равно ночной волк. Ладно, посмотрим, что там за вариация такая. Исконный охотник, молниеносная стрела и следы духа. Ну, кстати, я вот не знаю, что это за исконный охотник, но вариация вроде сильная у него. Ой. Так, тихо. Ой, там лаги, вы видели? Так, сейчас урон усилим. В угол. Ой. Опасно. Ой-ой-ой. Опасен. Опасен. Сейчас одна ошибка, и раунд был бы проигран. Давай я сразу поставлю тотем. Ой, зря он блок отпустил. Сейчас еще больше урона будет. Ой. Тихо. Ну, это было внезапно. Так, еще захват, больше урона. Да. О, урхед. Да ну. Ладно, тут согласен. Вперед 4. Он, кстати, много в блоке. Защищается. Воу. Это надо использовать. Так. Воу. Воу. Ну хорош, у меня столько урона там. Да перестань. Прекращай это. Зачем мне до него не дотянуться-то никак? Ладно. Сейчас соберемся и победим. Не дотянуться, представляете? Захват слишком... на короткое расстояние бьет. Все, собрались. Так.
А, можно это? Ладно, давай так. И вот так вот. Давай в угол его, тот. Слушай, хорош там, успокойся. Он все-таки достал захватом его. Не понял. Ой-ой-ой. Ох уж эти ноги. Так, ну это он все, отвалится сейчас. Надо теперь выиграть еще матч для полной победы. О! Найс! Найс, лаги. Я не нажимал ничего. Хотите прикол? Я ничего не нажимал, у меня просто сам удар пошел. Просто сам удар. Нажался. Ну, как бы я не нажимал, что он сам сделал. Это известный баг, кстати. Это я прям очень не люблю. Но это баг клавиатуры чисто. То есть, ну, это было в Injustice во втором такая фигня. Это очень неприятная штука, она срабатывает сама по себе. Ой. Да как он узнал, что я буду... А ну хотя это, наверное, предсказуемо было. Да ты что, серьезно, что ли? На. Ты серьезно? Мог бы сейчас победить, но мне нужно было среднюю атаку делать. Ой.
Ага. Yes. Последний удар был добавлен не зря. Я так и подумал, что добавлю-ка я редкий третий удар, который контратакуется. И именно поэтому он его и не ожидает. Это опять ночной волк? Серьезно? Что-то вдруг сегодня все решили за него поиграть. Странно. Хотя... не такой уж он и слабый персонаж, как мне кажется. Думал, кого выбрать, в итоге все равно выбрал ночного волка. Ну ладно. Мы сегодня сражаемся с ночными волками разных вариаций. А тут какой-то вообще взмах томагавком. Я так понял, это командный захват. Да. Оу. Я тебя понял. Я тебя понял. Что-то очень много захватов. Ну тогда я буду их делать. Да ну, как я не долетел-то? Ты что, дружище? Это что за ерунда? А, ну хотя да, надо было тут единичкой бить. Ну да, согласен. А если так? О, это попался. Я даже продолжить никак не могу. Хватит прыгать. Хватит прыгать, надоел. Это, по-моему, был... его луч добил, прикинь. Его добил луч. Реально. Реванш или репик? Реванш. Что-то. Ладно. Ну да, вниз три, потом захват. Да, на него нужно прыгать единичкой, потому что он постоянно сам подпрыгивает. Нога просто, ну, не может ничего сделать.
Хватит прыгать. Вот, видите? Да, об этом и говорил. Ну, у меня привычка такая, тройку нажимать. О, это больно сейчас будет. Unblockable. Он его просто не ожидал. Два наглых unblockable подряд. Следующий противник. Ну, хоть не ночной волк. Барака. Так. А вот это уже необычный выбор. Твой народ умело служит внешнему миру. Мы не свора собак, как думает Шао Кан. Мне стыдно, что я сомневался в вас. О, да ладно, это так работает? Прикол. Оп! Я тебя понял. Он думал, я обычный захват сделаю. О, это наказание. Тихо. А мы вот так. Ха, не ожидал. 3-4 анблока был. Ой. О! Ах ты, да посмотри. Сбил броню. А он силен. Это месть Таркатанов. Так, ну вот это ты получаешь захват за такие вещи. Ты что, серьезно? Еще один захват. Ну да, этот захват бьет по сидячим. Ой. Это плохо. Ой-ой-ой. Ага. А луч-то помог. Смотри, как я выгодно все рассчитал.
Он даже не успел... Вот если бы он чем-то меня ударил более серьезным, нежели покой, вот это тогда я бы проиграл. А тут видите, как получилось. Он только замахнулся, если бы он попал, он бы выиграл. Но он не успел, его луч добил. Луч-то unblockable, он понемножку здоровье снижает, но... Как бы... Так... Ну да, 1-1 захват. Это вот защиту вскрывает. Слушай, ну... Сильный, он сильно играет очень. Очень сильно. А мы вот так. Ой. Ну вот реакция у него очень высокая, это меня, конечно... Пришлось его выбить из угла. А, у него же не было этого. Вперед 4! В смысле, он что, успевает? Ты чё? Чё ты творишь? Нормально. Жестко. За барак он сильно играет. Что же делать? Что уже делать? Он каждый раз реагирует. Ладно. О! Ой-ой-ой. Ой, как опасно, слушай. Сейчас опять нога будет. Ну конечно, нога. Ну что быстрее, то и бьет. О. Хорошо. Ага. Ой. Конечно, очень самоуверен,
и поэтому попадает на верх 3 на вейкапе. Но вот этот противник прям сильный, прям сложно против него играть. Действительно чемпион. И на этом, пожалуй, все, дорогие друзья. Всем спасибо за просмотр и всем пока.